Бюджет Самары получит дополнительные средства. Изменения в главный финансовый документ города обсудили сегодня на заседании Думы городского округа Самара с участием главы Самары Елены Лапушкиной. В текущем году из вышестоящих бюджетов поступит 7 миллиардов 79 миллионов рублей. В 2023-м 8 миллиардов 116 миллионов. В 2024-м 8 миллиардов 239 миллионов рублей. Средства будут направлены на решение социальных вопросов. Конечно, это в основном социальная направленность, да, это ремонт наших детских садов, это ремонт восстановления дорог, это содержание дорог, что сейчас становится актуально в рамках проведения Мечника, и другие виды работ, но тоже касающиеся жизнеобеспечения нашего города. Зима в этом году выдалась капризная. Сильные морозы внезапно сменяла оттепель. Как результат, дороги пришли в ненормативное состояние. Поэтому свыше 700 миллионов рублей из выделенных средств будут направлены на содержание дорог. Это не только ремонт, но и установка дополнительных дорожных знаков, мероприятия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», оборудование лежачих полицейских, установка дополнительных светофоров. Кроме того, средства будут направлены на организацию образовательного процесса, на капитальный ремонт и оснащение учреждений дошкольного образования, на их обустройство для детей с ограниченными возможностями здоровья. Средства мы получили на капитальный ремонт 2 детских садов. Ну, понимаете, что каждое вновь созданное место, да, то есть это предоставление для ребенка, и вот 228 мест таких вот в ходе выполненных работ мы получаем. Отрадно, вот, что программа по инициативе губернатора Дмитрия Азарова по капитальному ремонту пищеблоков начинает действовать. Она рассчитана не на один год, но уже в этот год мы получаем тоже в рамках софинансирования с области 85 миллионов. Но чтобы для нас было понятно, на эти только деньги мы 25 пищеблоков в 25 школах приведем в состояние. Это фактически как выстроены заново. Деньги направят не только на проведение ремонта в школьных столовых, но и на замену всего технологического оборудования. Кроме того, на выделенные из вышестоящих бюджетов средства в этом году в 156 школах будут организованы лагеря летнего пребывания. Виктория Шарая, Константин Головин, «События».